возьмем себя за пяточки. И животик уходим вперед. Нагрузка хорошая была. Теперь нам нужно разгрузиться. Антон, украшить ногу. Мы потянем. Так, все, поболтаем. Теперь кошку.
очень классный голос. Делаем вот такое упражнение. Это дать вам возможность. То есть мы ушли в бок по центру. Ушли, спрятали грудь, подняли вверх, спрятали грудь, подняли вверх, спрятали. Надо трогать.
Как, кстати, можно?
Ну да, тогда ты права, надо бы два раза в неделю, да? Ага. Было бы идеально. Ой, желательно на другую сторону, желательно не отрывая плеча. Остановка.